Давно мы тебя не видели, были бы рады увидеть. Так что такой вот тебе наш привет. Когда идут такая: «Привет, Андрей!» Привет, Андрей! Привет, Андрей! Привет, Андрей! Ну где ты был? Ну обними меня скорее! Всем привет! С вами Саша Гендер и Гоша Грипс. Проект «Первая варка» пивоварни Биарбрю. И сегодня у нас... Неожиданно приятный повод для нашего нового выпуска. Да, потому что мы нашли пиво нашего товарища. Он приложил руку к изготовлению этого пива. Это пивовар Андрей из пивоварни Running Red. Варил он его в коллаборации с пивоварней Black Cat Brewery. Ну или точнее, не суть, кто с кем варил, в общем. Две пивоварни сварили вот такое пиво. Что ты о нем можешь сказать, Саша? Ну, во-первых, то, что оно сварено нашим знакомым, нашим товарищем Андреем. Вот. С человеком с очень интересным подходом к пивоварению, с глубокими познаниями и нестандартными ходами. Да, любителем очень редких интересных сортов, которые вкладывают не только душу, но и умение. Ну, заявлено, что это рубиновый эль, значит, с добавлением с брожжного на о лактобактериях цветочного меда и с цветками гибискуса. Никогда ничего такого не пил. Я тоже. Ну, как бы. Бочонок меда, мешок гибискуса. Открывашку-то. Оп, волшебство. Чудо. А теперь нужно сделать этот обзор немножко ЧБ. Ну-ка, давай, Гоша, попробуй. Не получилось. Не получилось. Оп, все. Ну вот. Не попробуем. Что-то, видимо, случилось. Крышки фирменные с черной кошкой пивоварни. Черная кошка. Гибискусом пахнет, рубиновый. Розовый. И надо тебе немножко пены. Красиво. Я бы предположил, что это какое-то розовое вино. Если бы мне не говорили, что это пиво. Как называется напиток? Называется Allegria e Allegria. Правильно? Нет. Как? Называется он Allegria e Allergia. Аллергия, точно. Игра слов очень тонкая. Да. Ну, похоже на... На крики. Визуально на крики похоже, да? Похоже на крики, на всякие фруктовые пивы, которые я тут подпил в огромное количество в последнее время. Да, но пахнет... Это гибискус? Я просто не знаю. А я не знаю, это тоже гибискус. Но... Ну, допустим, что это он. Шиповником пахнет. Ну, может, чем... это одно и то же? Да, может быть. Нам вот подсказывают... Это не одно и то же, это не шиповник. Но пахнет, на самом деле, винный вкус немножко. Ну, такой немножко кисленький, да, и чем-то таким, да. Пенка сошла быстро. Пёс. Может быть, стиль не подразумевает большое объемное количество пены. Ну, запах потрясающий, да? Цвет потрясающий. У нас выключен. Сейчас что? Мы в какой-то... Нет. Ну, теперь ЧБ выключили. Или включили, или выключили. Ну, что? Все красное. Да. Включаем опять ЧБ. А то нас ругают за то, что не видно цвета пива. Не ругайте. Теперь видно. Ну, пробуем. А, ты меня не подождал. Ну, чувствуется то, что сброжено на лакте, потому что такой кислый винный привкус. Оно довольно-таки кислое. Yeah. Напоминает компоты, морсы чем-то. Но и профиль достаточно пивной, потому что во рту... Послевкусие такое пивное, медовое немного, что мед пока не распробовал, честно говоря, хотя он там должен быть. Очень интересный напиток. Андрей, молодец, нравится. Очень хорошее пиво получилось. Как всегда, радуешь. Давно мы тебя не видели, были бы рады увидеть. Так что такой вот тебе наш привет. В общем, если пиво хорошее, что о нем говорить? Да. Пиво отличное. Для зрителей хочу сказать, что ничего близкого к этому напитку я никогда не пробовал. Это очень какая-то такая
альтернативная, наверное. Реальность для нас. То есть обычно мы такие сорта избегаем. Нет. Избегаем, не попадаются. Да, ну нет, было бы желание, можно, конечно, такое пить, но ну, просто мы пьем немножко другое, как правило. Но ну, это очень интересный вкусный пиво. Очень разбавляет повседневный пивас, который мы пьем. С вами были Саша Гендер, Гоша Грибс, проект «Первая варка» пивоварни Биарбрю. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, делайте репосты. В Инстаграме добавляйтесь, куда там положено добавляться. В общем, все как обычно. Пока. Пейте вкусно и в меру. Всем пока. Всем привет. Привет. С вами Саша Гендель. Еще раз. Всем привет. Всем привет. Ну реально, вот шир. Вот это все. Вот Саша что скажет, что Гоша скажет. Слышно вообще не будет. Будет вот это вот твое. Я делаю цветки гибискуса. Отстань. Все. Давай, рассказывай. Я так не могу сразу. Ну, заявлено, что это рубиновый эль. Ну, посмотрим. Ну, окей. Да. Ты будешь теперь делать так? Ну, я не знаю, как пойдет.